На юго-западе Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. По данным Института вулканологии и землетрясений Филиппин, эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах от города Давао-де-Оро, а очаг находился на глубине 11 километров. Землетрясение, которое могло быть вызвано тектоническими процессами, ощутили жители нескольких городов страны. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Власти не исключили афтершоков. Филиппины – одна из стран с самой высокой сейсмической активностью в мире и расположена в так называемом «огненном кольце».